Есть такая профессия – дарить людям хорошее настроение, позитив и праздник. Это все о них, специалистах учреждений культуры. Зато их много, у каждого свой стиль и свое предназначение. Это и такие крупные, как Дворец культуростроитель, Центр досуга молодежи, детская музыкальная школа, школа художественная. И небольшие – ДК семейного досуга, школа искусств Сафонова и Североморск-3. А еще библиотеки, центральные и маленькие очаги культуры в отдаленных поселках. И, конечно, музейно-выставочный комплекс. Их сотрудники, культурный спецназ, свои работы уже давно дали право Североморску гордо называть себя культурной столицей Заполярья. Праздник ваш профессиональный – это просто прекрасный повод вот для меня, как главы, сказать вам искреннее спасибо за ваш труд, за вашу работу, за ваш неравнодушный подход. Я чаще всего слышу восторженные отзывы и благодарности в адрес работников культуры Североморска. Вот, неважно, мероприятие проходит здесь у нас на территории, или на региональном уровне, или это участие в конкурсах. Проводите ли вы как организаторы, либо вы как, собственно говоря, исполнители. Вот, всегда самые восторженные отзывы. Я испытываю искреннее чувство гордости и за Североморск, и за культуру Североморска. В преддверии праздника огромное количество специалистов учреждений культуры получили заслуженные награды. Почетные грамоты и благодарственные письма от Минкульта области. Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма главы ЗАТО. Почетные грамоты и благодарственные письма Мурманской областной думы. Благодарственные письма Совета депутатов Североморска, Управления культуры, администрации муниципалитета. Вы, уважаемые коллеги, осуществляете очень важную, значимую, можно сказать, глобальную миссию на Земле. Вы сохраняете и приумножаете духовные ценности, которые являются основой для нравственности и культуры нашего общества. Пусть все ваши творческие планы, идеи, проекты обязательно воплощаются в жизнь. С праздником!